Специалисты Уренгой Горавтодора перешли на усиленный режим работы. Помимо очистки автомагистрали и межквартальных проездов от снега, они приступили к откачке талых вод. Техника работает в две смены. Помогают и подрядные организации. За сутки дорожники вывозят до 2000 кубометров снега. В Новом Уренгое пройдет экологическая акция «Батарейки сдавайтесь». Она приурочена году экологии, старт назначен на 1 мая. Специальные емкости будут установлены в холле здания городской администрации. Как только контейнеры будут заполнены, их содержимое отправят в пункты сбора. Предпринимателями, замеченными в повторной продаже алкоголя и табака детям, могут расторгнуть договоры аренды помещений. Такую меру в качестве наказания предложили участники антинаркотической комиссии. На заседание пригласили руководителей торговых точек, в которых зарегистрированы такие нарушения. Все виновные уже привлечены к ответственности.